Сегодня 28 апреля, месяц Рамадан продолжается, а точнее заканчивается, до 2 мая. То есть нам нужно еще как-то продержаться 5 дней. Что это значит продержаться? Ну, фактически не продержаться, а прожить, да? Потому что, в принципе, поесть можно, но просто не в публичном, не в открытом помещении. Вот мы сейчас зашли во французскую булочную. Здесь все есть, что хочешь. Вот мы видим тут эспанады, эти испанские, которые мы видели недавно на Майорке. И круассаны, и всякие маффины, чего только нет. Вот багеты, все есть. Но когда мы подошли и сказали, что хотим покушать, нам сказали, с собой можно, а здесь нельзя. Ну, вот так. Я говорю, давай спросим про завтрак, ну, комплексный. Нам предложили на выбор там где-то 5 завтраков. Муж выбрал себе с фруктами, а я выбрала себе с сосисками. Ну, там омлет, хлеб, все такое, кофе. Все с собой сейчас дадут. Мы сейчас пойдем в номер, там будем втихаря кушать, потому что при свете дня нельзя, только поздно вечером. Находимся в месте, где рядом много очень посольств. И сейчас воодушевленные, если нам дадут пакеты с завтраком, время-то все-таки уже 12 час. Все-таки дойдем, я думаю, до российского посольства. Я все покажу. Всем привет из Маската. Это Аман.